Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Сегодня мы с вами увидим небольшую подборочку с товарами, которые вам пригодятся с сайта AliExpress. Думаю, вам что-то придется по душе. Все ссылочки на товары с подборкой и на видео, как экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании. И те, кто посмотрит это видео до конца, примут участие в нашем традиционном конкурсе. Приятного просмотра! И начнем мы с точилки для ножей с алмазным покрытием. Подойдет как для обычных кухонных ножей, так и для охотничьих, метательных, походных. Точилка выполнена из высокопрочного ABS-пластика черного цвета. На рукоятке имеется отверстие под темляк или шнурок, который можно прикрепить к рюкзаку или на пояс. Двухстороннее алмазное шлифование обеспечивается пластинами с зернистостью 400 для грубой заточки и пластиной с зернистостью 600 для мелкой заточки. Алмазное напыление данной точилки – залог качественной заточки самых разных ножей. Стильная кухонная подставка для крышки и ложки из нержавейки. Подставку удобно использовать в процессе приготовления еды в качестве аксессуара для хранения кухонной утвари. На подставке можно одновременно зафиксировать крышку кастрюли или сковородки и поварскую ложку или половник. Подставка для крышек имеет простую форму, которая впишется в любой интерьер. На подставке вы сможете с легкостью разместить различного размера крышки, благодаря чему на кухне всегда будет сохраняться порядок и чистота. Керн-биток со сменными насадками для осаживания шишек при рихтовочных работах поверхностей кузовных деталей. Не повреждает эмаль заводского покрытия кузова. Незаменимый инструмент в ремонте вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия. В комплекте идет 9 сменных насадок с разным окончанием. Многофункциональный универсальный ключ. Универсальный чудо-ключ купить можно только однажды, а заменит он собой большую часть целого набора ключей. При этом его вес значительно ниже, а удобство превосходит все ожидания. Компактный ключ заменяет собой целый набор ключей в широком диапазоне размеров. Экономия места и веса может быть значительной. Благодаря каучуковому ремню не соскальзывает на гладкой поверхности. Хват значительно удобнее обычного или разводного ключа. Позволяет работать с 6, 4 или многогранными крепежами и даже круглыми трубами. Может использоваться в быту или для профессиональных целей. Секрет универсальности ключа скрыт в особой конструкции. Алмазные точильные камни для станка. Это решительный, долговечный, натуральный абразив для грубой и мелкой обработки, который потребуется вам для реставрации сколов и загибов режущей кромки инструмента. Алмаз по сравнению с другими, более лояльными абразивами отличается агрессивностью и хорошо справляется с обдиркой, которая, когда нужно снять много металла. Продукт отличается высоким качеством и долговечностью, рекомендуется для работ с сильно поврежденными инструментами, а также сбережет время во время обработки садовых и других крупных принадлежностей с высокой твердостью стали, требующих регулярной заточки. В комплекте идут три бруска – 240, 600 и 1000 грит. Магнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповерта с шестигранной головкой со встроенным магнитом. Биты длиной 60, 100, 150 мм, изготовлены из прочной хромованадевой стали. Такие держатели можно рассматривать как необычную покупку при приобретении любого шуруповерта или дрели для домашнего использования. Позволяет надежно закрепить биту в патроне инструмента, а также быстро производить ее замену. Подогрев зеркал автомобиля – нужное и полезное оборудование в осенне-зимний период. Благодаря обогреву зеркала остаются чистыми, без капель воды и снега. После ночной зимней стоянки зеркала быстро оттаивают от снега и инея. Таким образом, обогрев позволяет зеркалам всегда быть чистыми, что существенно повышает безопасность езды. Обычно обогрев зеркал представляет собой пленку, на которую нанесены токопроводящие нити. Эта пленка крепится к зеркалу с внутренней стороны. Подключение обогрева зеркал осуществляется к цепи подогрева заднего стекла. Таким образом, при нажатии кнопки и включении подогрева заднего стекла автоматически включается и обогрев зеркал. Набор латунных стоек М2 с винтами. Данный комплект гаек, винтов и латунных стоек найдет применение в промышленности при составлении электрооборудования и в других сферах, связанных с электрикой. Латунные стойки для печатных плат применяются там, где необходимо исключить эффект их намагничивания. Кроме того, они просто незаменимы при эксплуатации при постоянном негативном воздействии окружающей среды. Каждая латунная стойка для плат в этом комплекте обладает высоким антикоррозийными свойствами. Различные длины стоек позволяют комбинировать их между собой и располагать печатные платы на разном расстоянии друг от друга.
инфракрасный датчик движения. Данное изделие является современным энергосберегающим датчиком-переключателем с монтированной интегральной схемой и высокочувствительным инфракрасным сенсором. Датчик работает в автоматическом режиме, удобен, экономит электроэнергию, безопасен и практичен. Благодаря встроенному сенсору изделие обнаруживает в определенном пространстве движущиеся объекты, людей, животных и так далее. При срабатывании датчика обеспечивается мгновенное включение управляемой лампы или светильника, подключенного к схеме. Ваттметр. Данный измеритель мощности очень многофункциональный. Он измеряет потребляемую мощность электроприборов, выбросы углекислого газа, ток, напряжение, частоту сети и также работает как электросчетчик. Значение показывается в ваттах и в денежных единицах. Также есть такая функция, как ограничение мощности. Энергомер помогает пользователям контролировать потребление электроэнергии и уменьшает счет за плату. Прибор прост в эксплуатации и понятен в настройках. Портативная Bluetooth-колонка является компактным аудиорешением с приятным интерфейсом. Погрузиться в мир стерео и 3D-звука очень просто, с комфортной беспроводной аппаратурой. Акустическая система имеет стильную форму продолговатого цилиндра. Впереди расположен сенсорный дисплей, позволяющий управлять громкостью композиций, переключением между ними, радио, а также получать информацию о проигрываемом треке. С обратной стороны расположены разъемы AUX, USB, DKSV, слот TF, кнопка питания и аккумулятор. Характеристики включают в себя NFS Bluetooth Dynamic, встроенный MP3-плеер, возможность расширения карты памяти до 32 ГБ, аккумулятор емкостью 600 мАч, позволяющий колонкам работать 6 часов в режиме прослушивания музыки. Термос в виде снаряда или пули не оставит равнодушным ни одного мужчину. Просто возьмите его с собой в путешествие или на работу, и завистливые взгляды окружающих вам обеспечены, ведь термос выглядит как многократная увеличенная пуля. Эргономичное оформление необычного термоса, удобное для офиса и рыбалки. Яркий мощный сувенир для сильного пола к любому празднику. Сделан термос из нержавеющей стали, объем 350 мл. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой товар из подборки вам пригодится по дому. Обязательно подписывайтесь на канал Al Pacino Live, чтобы не пропустить итоги конкурсов. Кстати, там уже есть свежий конкурс. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!